Привет, друзья, подписчики мои! Рад приветствовать вас на этом канале. Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки. Для меня это очень важно. У нас сегодня здесь будет обзор на вот такого Wizard Fafnir F5 от компании Hasbro. И не забывайте, что у меня проходит сейчас конкурс на 3 вот эти потрясающие Бейблейда и вот эти вот 10 флаймовских мастеров Диаболосов. Друзья мои, у нас тут Вальтриек, Бушин Ашиндра и вот такой прекрасный Видер Фафнир еще один. На них будет конкурс, он идет. Нужно вам подписаться на мой канал и написать в комментариях «Хочу Бейблейд». Подписаться на канал Бейзон Обзор Игрушек, потому что все это мой канал, это одна моя большая семья, хочу, чтобы она росла и чтобы всем было хорошо. И вот эти вот 10 мастеров Диаболосов, хотел кое-что другое для вас разыграть, но пока есть только они. Вот эти прекрасные флеймовские Диаболосы отправятся вам уже 5 апреля. Пиши «Хочу Бейблейд», пиши «Хочу там того-то, того-то», и я тебе отправлю, если ты выиграешь. Подписка, лайк, комментарий на этот ролик. И подписывайся, конечно, на канал «Обзоры Бейблейдов», мой основной канал, где сегодня вышло аж 5 роликов, вообще с ума сойти. Ну что ж, давайте посмотрим на этого прекрасного Wizard Fafnir. Сначала посмотрим на его характеристики. Вот это вот заклеивает детский мир этими, конечно, антикрашками своими. Ну, короче, 4, 2, все понятно, все как нужно. Давайте уже откроем. Я прям горю желанием, прям мне очень интересно. Я мастер вскрывания Hasbro коробок. Куча макулатуры, конечно, бесполезна для нас, но вот это, друзья мои, конечно, очень красиво от Hasbro. Fafnir, конечно, блестит, сияет. Вообще золотка моя, маковка моя, луковка. Так, хочу уже быстрее протестить. Это нам все не надо, не надо. Это все мусор, это все не то. Мы сегодня здесь собрались за вот этим прекрасным драйвером. Такого драйвера, насколько я понимаю, еще не было. И это действительно смотрится очень здорово. Прям зачет. Дальше. Вот такой диск. Тоже скипанули они у него рамку, но диск вроде как от Fafnir. Хотя немножко, конечно, есть нюансы. Ну и вот он наш прекрасный, красивейший малыш Wizard Fafnir. Просто удивительный, замечательный. И вот такой у него QR-код, просто филигранно, это просто, это сказка, мечта, пушка, гонка, Бейблейд. Давайте скорее будем его тестировать. Для Fafnir я взял вот эту синюю арену Slingshock, потому что я ее люблю. Давайте мы сейчас быстренько по-красивому соберем нашего Fafnirчика. А у него та же проблема, кстати, что и у вот этого красного. Тоже в левую сторону, как-то он тяжко собирается, нужно прям найти баланс. Баланс сбора. Ну вот он, ну вот он, посмотри, какой прекрасный. Так, что-то с лампой случилось. Посмотри, ну посмотри, какой симпатюшечка, пусечка. Посмотри, какой великолепный. Кроме классная камера, сейчас смотрю на макро с хорошим светом. Ну все, давай тестировать. А, для меня, честно говоря, самое главное, чтобы он был влево, потому что, ну типа, нет диска металлического, ну и ладно, другой драйвер, ну и пофигу. Но если бы он был вправо, я бы, нет, никогда Hasbro не простил. Ну что ж, а мы начинаем батлы, Beyblade Burst. А с кем сразить? Давай с Ultraek'ом. Вот обзор на этого парня уже на канале Bezon обзоры Beyblade'ов. Переходи, подписывайся. И он показал себя, ну посмотришь в ролике, как он себя показал. Beyblade! Слушай, на этой арене даже Вальтриек по-другому себя ведет. Я-то думал, он сейчас быстро проиграет. Слушай, а Вальтриек-то неплох. Может мне сделать... Посмотри, что происходит. Fafnir, понятное дело, выиграл. Кстати, кому интересно, это пластик. Здесь... Подожди, Hasbro. Ладно, диск, ладно, драйвер, ладно, металл, но вот это пластик, серьезно, это пластик, даже у Дрейна Fafnir была резина, Hasbro, ну вы, конечно, вообще молодцы, могли бы хоть пружинку здесь сделать, но почему, то есть это же легко, и резина, у вас же был Дрейн Fafnir, камон, а кстати, который Гайс Fafnir, а мы сейчас посмотрим, подожди, у меня здесь, ай, у меня упала АКБ, у меня здесь просто он под рукой. Гайс ту Fafnir. Здесь тоже пластмасса, слушай. Ну, хотя бы она работает, понимаешь? Он, конечно, внешний фуфло, но хотя бы работает. Вот, а тут прям совсем грустно, но в целом победил. И Вальтриек, а ну-ка дай-ка мне еще раз тест, подожди. Кракена сейчас запущу на ринг, что-то я не понял. Подожди. Ну-ка. Но на Slingshock'е Вальтриек явно себя лучше демонстрирует. Надо сделать с ним перетест.
Окей. Играем дальше. Wizard of Nereus против... А не знаю кого. Против вот этого парня. Это у нас Ruder R4. Японский городовой. Но пока что Пафнир показывает себя неплохо. То есть каких-то претензий, нареканий, кроме того, что нет резиночек, у меня к нему, ну, нету. Ну, то есть, ну, есть бы, все, типа, что вам еще надо, да, работает же, вот, вращается. Но будет ли он побеждать? Пока что побеждает, надо взять кого-то посерьезней. Iron Knight-ика великолепного, изумрудный Iron Knight. Как будет изумруд? Пиши в комментариях. Фафнир прям гоняет, слушай, на арене Слингшок Фафнир прям раскрывает реально свой потенциал и действительно что-то кому-то где-то может показать еще, между прочим. Но сразу, да, соперник немножко посильнее его трека, все. Фафнир сразу же сливается, ну понятно. Давай дальше. Опа, Дуляха, ой, вернее Орч! Орч новенький, Hyperspire Orch. Но арену они, конечно, бодро сносят. То есть прям ощутимо, реально. О, Фафнир, Фафнир. Я так надеялся, что Фафнир покажет сегодня красиво себя. Но пока что-то вообще не хочет сражаться. Дальше. Дракониус, Эйса Дракониус сегодня у нас выступает. На арене Цирка Ринга, Бейблейду. Да, пока Фафнир сегодня реально, ну, не оправдал. Я даже не вижу смысла сравнивать его с Такаратоми. Здесь все понятно, мне кажется, должно быть. И как-то не то. Вот проиграла из Драгон, кстати. Как-то однозначно не то. Опять у меня пускалка. Блин, забываю все время переставлять на левую сторону его. Нет, что-то Фафнир... Вот была бы пружинка или резиночка хотя бы. Я думаю, поинтереснее было бы. О, вот он, японский городовой, красного цвета. Оригинал. Постоянно мне сбивают арену. Мне это не нравится. Так быть не должно. Но и бёрсту сегодня могу вам заметить, что тоже не было. Это странно, интересно, необычно. Почему не было бёрсту? Мы все ждем бёрсту, а бёрсту нету. А как же быть? А вот проигрывает у нас Фафнир, да? Все понятно. Что ж, идем дальше. Идем дальше. Против Эйса Драгона, красавчика Эйса Драгона. Друзья, кстати, с Хасбро, на самом деле, с волчками от Хасбро, я имею в виду, пока все. Пока новинок нету, к сожалению, почему-то, да? Пока что-то где-то не завезли. Ну, в смысле как, не завезли, а вот все, что было, я показал. Вот сегодня реально все. Последняя новинка Хасбро, потому что я видел уже, по-моему, Зенки снимал ролик, слабо это видно. Зенки снимал ролик на, по-моему, Диаболоса от Хасбро. Я пока что жду, я пока что еще рандом бустер жду. А ну-ка дай-ка мы сейчас против вот этого. Я забываю, как его зовут. Вот кто это? Кто этот малыш? Напишите об этом в комментариях. Па, ну ты че? Блейду! Друзья, ну вот такой бой у нас получился. Интересный, довольно неплохой, но Хасбро с Хасбро, понятно. Такаратоми тут даже суваться не стоит. Поэтому как-то так, не знаю. И в битве левосторонних он даже проиграл. Друзья, ну что сказать. В принципе, Фафнирчик внешне, по крайней мере, очень смотрится зачетно. То есть мне понравился, реально красиво сделали, но... Вместо резинок пластмасса, вместо драйвера вот это, которое, кстати, уже, смотри, покорёбалось. И даже, кстати, смотри, как они сделали, вообще позорище. Посмотри здесь. Ой, что-то случилось у меня сейчас, расфокус какой-то был. Посмотри, да что ж такое. Посмотри, здесь вообще ничего нету. То есть просто вот, ну, пластик, она весит буквально пару грамм. То, что здесь даже не проработали. Подожди, а может я не замечал? Так у Вольтрика... А, ну Вольтрика плюс-минус. Блин, ну это вообще Хасбро, ребят. Ну что вы творите? Мне кажется, так нельзя было делать. Ну, кстати, вот QR-код, если кому-то интересно.
И вот так выглядит его чип. Чип, безусловно, прикольный. Мне нравится. Может, слушай, а может попробовать его вставить на Такаратоми? Интересно будет там глянуть. Я сделаю. Почему нет? Я могу. А так вот такой фафнер. Так внешне крутой. Конечно, берите, если хотите, если он у вас есть в продаже. Но, наверное, можно подумать о покупке чего-то более стоящего, более интересного. А на сегодня все. Лайк, подписка на канал. С вами был лучший ведущий Бейзон. Всем пока-пока.